В эти дни в Югре продолжают отмечать заслуги нефтяников и газовиков. К профессиональному празднику полсотни сотрудников РН «Юганскнефтегаза» вручили государственные и региональные награды. В том числе медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации», «Почетный нефтяник», «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Югры». Лучшим специалистам награды вручила губернатор Югры Наталья Комарова. Среди тех, кто был удостоен, операторы технологических установок, машинисты насосных станции, геологи, стропольщики, электрогазосварщики. Стоит отметить, что этот год для РН «Юганскнефтегаза» богат на юбилей. 55 лет с начала промышленной разработки Правдинского месторождения, 45 лет с начала разработки Майского месторождения, 35-летие Приобского месторождения. Кстати, в октябре добыча нефти здесь достигнет 550 миллионов тонн. Цифры, данные, новые технари, понимаете, что за этой цифрой пот и кровь каждого из вас, первопроходцев, ветеранов и каждого из вас. И высоко ценим мы все, югорчане, этот ваш личный вклад. Роснефть, Югангазнефтегаз, по сути своей, это мощнейшие возможности, потому что здесь объединяется энергия людей, специалистов, профессионалов и энергия, собственно говоря, нефти. Все в дело для Родины. Спасибо вам большое, с праздником. Я благодарна как бы за такую высокую оценку моего скромного труда. Большое спасибо президенту, губернатору, моим руководителям и моему любимому коллективу, без которого этой награды, я уверена, не было бы.